Лоик Реми, футболист национальной сборной Франции и английского Queen's Park Rangers. Техничный, быстрый и великолепно играющий головой. Именно так он себя зарекомендовал в Ницце за 2 года пребывания. Являясь воспитанником Лиона, он так и не смог закрепиться в родной для себя команде. Играя в одной академии вместе с Каримом Бензимой и Бен Арфа, карьера Лоика Реми затягивалась. Хатем был очень техничен. Карим после первой же игры пришел в раздевалку и сказал тогдашним лидерам Лиона, Исиену, Диаре, Вильторду и остальным, что пришел занимать их места. В свои 26 Бен Арфа уже проводит 3-й сезон в английской премьер-лиге. Карим солирует в мадридском Реале, а Лоик до поры до времени сидел в тени собственной славы, которую раскрутили СМИ и журналисты за 2 года в Ницце. Им интересовались все – итальянцы, англичане и французские гранты. Но Реми хотел в Лион. Правда, Ницца, получившая его за 8 миллионов, хотела в 2 раза больше. А у чемпионов только разыгрался Бензима. Потому трансферу было не суждено состояться. И Лоик, недолго думая, решил остаться в Ницце и ждать подходящего предложения, забивая и радуя зрителя. Болельщики страшно обидели Реми, заплевав его и партнеров. И по окончанию сезона он переходит в стан чемпионов. Правда, из Марселя, который смог за 7 продолжительных лет сдвинуть с трона Лион. И Лоик начал фантастически, 16 голов за сезон. Второе место в чемпионате уступили только Азару и компании. Кубок, суперкубок и выход в плей-офф Лиги Чемпионов, где проиграли лишь будущему финалисту из Манчестера. А перед переходом говорили, что у Лоика порог сердца, и переход мог в очередной раз сорваться. Но все было опровергнуто. Следующий сезон становится по-настоящему переломным для Реми и Марселя. 10 место. Не выдающаяся игра всей команды. Правда, Лоик продолжает держать свой высокий уровень, забивая голы пачками, показывая великолепный футбол. В тяжелых ситуациях именно он тянул на себя ношу лидера. Но этого не хватило. Тренер решил затеять перестройку, Лоик потерял доверие, а тут травмы. Зимой его продают в Англию. И поговаривают, что не по своей воле Лоик, достаточно самолюбивый футболист, едет к аутсайдеру из Лондона. Но все говорят, что для 26-летнего футболиста это шанс. Трамплин, чтобы зарекомендовать себя для клубов из элиты. Тем более Реми стал старше. Помимо сумасшедшей скорости, Лоик всегда был физически подготовлен для силовой борьбы. Гарри Реднап сразу после покупки заявил, у Лоика должно получиться в Англии. И он начал оправдывать авансы, которые ему выдавали всю его карьеру.